В Йошкар-Оле задержали автомобиль Audi A8, из которого стреляли в Новочебоксарске. Машина обнаружена у дома родителей ее владельца. Стрелок объявлен в розыск. По данным Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии, автомобиль принадлежит 24-летнему жителю Йошкар-Олы. Четверо пострадавших по-прежнему находятся в больницах. Было доставлено 4 человека по линии скорой помощи, двое переведены непосредственно в больницу скорой медицинской помощи, двое госпитализированы в реанимацию, один из них с огнестрельным ранением шеи, состояние стабильно тяжелое, стабилизировано, переведен в отделение хирургии, другой человек с поражением головы, шеи и глаз, состояние остается тяжелое, находится в реанимационном отделении. Были вызваны по линии санавиации специалисты, врач-офтальмолог, и непосредственно на месте были проведены оперативные вмешательства.